Мой лайфхак, как применить Rising Spring. Не лайфхак, а как бы такую хитрость. Как применить Rising Spring по лучшему способу. Снова на Rising Spring. Обычно зад мягче, чем перед. Поэтому хотелось, чтобы бы перед больше амортизировал, а не зад. Поэтому я эту пружину наоборот поставил. Обычно еще сзади есть спружины, и спружины тут сзади и так как бы будут, а впереди нет ничего, поэтому лучше, чтобы перед больше амортизировал, чем зад. Зад будет амортизировать вот на это. Зад почти не амортизирует на этой спружине, а только вот на этой амортизирует.